С рыбой сочетается огромное количество продуктов, и все же некоторые тонкости знать необходимо. Например, вкус жирной рыбы подчеркивают кислые продукты. Поэтому сегодня мы будем варить испанскую уху с лимонами и апельсинами. Возьмем 400-500 граммов любой морской рыбы, лучше красной, 4 картофелины, апельсин, 2 лимона, также нам потребуется 4 зубчика чеснока, головка репчатого лука, подсолнечное масло олейка, томатная паста, тимьян, паприка, перец и соль. Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды. Ставим на огонь, а пока вода закипает, добудем цедру апельсина. Потрем фрукт на мелкой терке, совсем чуть-чуть. Цедра нам нужна в объеме 1/4 чайной ложки. Рыбу порежем на кусочки средней величины. И опускаем в кипящую подсоленную воду вместе с цедрой, которая даст кислинку с горчинкой. И варим до готовности рыбы. Тем временем подготовим зажарку. Мелко нашинкуем лук. В сковороде разогреем подсолнечное масло олейка, чтобы спассеровать лук. Это масло мы используем для жаренья, для заправки салатов, для выпечки. Иначе говоря, оно незаменимо. Олейка – это масло первого холодного отжима, а потому в нем только все самое ценное и полезное. Как только лук стал мягким, выдавливаем к нему 4 зубчика чеснока. Добавим 2 столовые ложки томатной пасты и потомим еще минутку. Теперь возвращаемся к рыбе и извлечем ее из кастрюли. Если вы варили целую рыбу, процедите бульон от костей. Добавляем воду и вновь доводим до кипения. Забрасываем заправку, нарезанную кубиком картошку и варим 5 минут, после чего опять возвращаем филе. А вот теперь кульминация. Прямо в кастрюлю выжимаем сок апельсина и лимонов. Сюда же добавляем столовую ложку сушеной паприки, тимьян, перчим и солим по вкусу. Накрываем крышкой, выключаем плиту и дадим настояться в течение 10 минут. Настоящий испанский суп. Рыбный, апельсиновый, солнечный и очень-очень полезный.